поучились чуть-чуть. Вот. И сразу же можно сборы проводить. Ну, мне кажется, что история с Саксом, ну, с Дегтяревым. Ага. Ну, мне кажется, что это опять сверху. Да. Ну, это же я. Макс, волончик хотел, так на гашнике не было, нет? У меня есть непочатая туба аэросенса 50-й. Это дорого. Я ее взял за 1900. Да где? Оля пошляет. 1900 рублей? Да. Спортхолл продает нам баланы по 2100, по-моему. Это тоже очень неплохо. Потому что обычно их продают по 2500-2600. Нет, 2500-2600 это розница. Ну да. Ну а вот спортхолл нам, собственно, как магазин, да, баланчик или как это ты там, по 2, по-моему, 2100. Это не ошибиться. Человек разминался. Не связано. Собственно, в среду я со вторым зубом расстался. Я хочу. Один сказал, блин, тяжело, а я хочу просто. Не в этом дело, они просто у них кто-то лечение.
Все с одному пройдет. Если я квартиру буду брать? Ты чё? Деньги там. Ладно, там сейчас билеты стоят 24 тысячи. За 20. Если не прямой рейс, сейчас 20. Это бензин. Ага. Деньги не идут туда. Поехали. Могли бы первоначально.
пойду только тем, как я играю. Все. Как его можно по-другому пробить? Ну, наверное, можно тренировку. Тебе же не будет верить. То есть так, это не верит. То есть чем можно еще пробить? Можно пробить там этот месяц, да, который хорошо читает. Ну, то есть, вот, ты же видишь, что Китай тренировка. Чем ты будешь интереснее? Почему? Зачем? Ну, вот эти принципы. Это не плавно. Но... Тебе хорошо. Значит... Thank you.
второй свежести, да? Так, да. Кёт сейчас, ну, длинно, коротко. Давайте полно. Давайте. Не-не-не, у меня есть еще открытое. О! Надстенд. Ну, говорят, кстати, разбиваются медленно. Нормально прилетело так. Тяжеловато уже ногам. Камера расставят, как бы. Камера расставят. Поднялся. Ну, не сместились. Зачем вы так? Твердую точку поставить. Минус 2. Практически минус 3. Мы твоих уже валанов набили на пару лет вперед. Thank you.
всякие такие штуки. Понимаю, как делать. А в игре такое повторить не могу. Ну, в игре сложнее. А еще такой вопрос. У меня в какой-то момент мелькнула мысль, что вот эти подрезки, они же не только для того, чтобы он болтался, его сложнее было обработать, но чтобы он так далеко не летел. Да. А что больше? Траектория. То есть больше траектория или больше трудность обработки? Больше траектория. Чтобы он рядом с сеткой. Больше траектория, потому что трудность обработки все равно стабилизируется. Очень быстро, да. Вот, и ну, по большому счету никто не задумывается о том, что он трудно обрабатывает. Ну вот, из прошлого. Я понял. Да, бывает срывы. Когда по пению? Ну да, бывают срывы, когда... Ну это сильно типа надо запустить. Это просто вот так случилось. Ногами. Вот. Это так случилось, это человек так баланно обработал. А. Вот. Это не скорее, ну как, твой плюс, что ты это сделал, а. Но и минус человека, то, что он не умеет. Вот. Когда балан крутится с ним, обращается, потому что в принципе это. Ничего такого. Ну да, да. Поехали, сейчас Олег откидывает, то есть будет горачивать. Не молчи. Ну, произвольно, все произвольно. Хорошо сделал. Хорошо сделал. Вот вам по этому. Бить, оттянуть. Центр поиск ножки. Центр площадочки. Вперед, вперед, вперед. А, вперед, вперед. Отходим от сеточки, центр площадки, занимаем ракетки перед собой, выход. На правую ножку последний шаг, быстрее движемся. Вам в зал все выйдет. Thank you.
Просто удар по берегу. Я тоже не знаю, я такого не видел что-то. Ну, точнее так, я обычно замах можно только ускорить. А замедлить замах, я что-то так не видел такого. Нет, ну типа, ну не замедлить. Как это? Ну покажите. Нет, не в том плане, что замедлить. А в том плане, что просто изначально медленно заходить и укоротить. Не стоит медленно заходить. О, ладно. Это хорошо, сейчас было попадать. Поменялись. Олег, повнимательнее, повнимательнее, держим его. Не волнуйся.
Потому что бэкхендом. Заходим справа. Костя, не скин. Надо зайти за валан и шагнуть на него, Оля. На него. Кость, короче, без этих длинных замахов. А где вы Андрея-то встретили? Продолжаем. Ушла. Сразу работает. Один аванчик.
это мультиспорт. А мультиспорт. А там. Мультиспорт, ты играл с таким. Тоже. Я тут квартиру за
то там причем не то. Да ладно, вообще есть. Ну, нет, за 200 тысяч что-то хочешь. Либо реально самый кошмарный беспонтовый ребята, который. Вот ты гитару заботил. Поддержанная за ты тебе так, когда он сам главный вытащил его.
Я бы не сказал, что он сильно хуже. Я даже вот сейчас посмотрел и не понял, как он улетел. Не поняли, что это? Да, ну ладно. Ну, скорее всего, это он. Да, лаки очень свежие. Здесь перевод машин.
Thank you.
Thank you.
крестьян или людей? От вероломный обман. Thank you.
что вот он уже все носит. Thank you.
Нормально. Давайте нормально, а нет, чаупай. Так у тебя нормальный тоже чаупай. Хрен ты дома, вот у меня нормально. Да ладно. Ну ладно, давайте сыграть. Нормально, нормально. Сыграть хорошо. Солнце 50, а лучше по-другому. Я не один раз на Попал, интересно.
счастье было так близко. Были близки. Вы же меня подбросите, да? Пойду пока быстренько переодеваться. Я встану и скажу. Аут. 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 Аут
Thank you.
На этом